Ты скрываешь от меня то, что меня касается. У меня есть женщина. Уже год. Я ухожу. Предлагаю тебе работу. Ты ж филолог. Недооценили мы Валентина Юрьевича. Позвать на служебные переговоры жену журналистку. Ну, знаете ли, это хамство. Российский сенатор Владимир Савицкий замешан в нелегальном сбытии несертифицированных препаратов. Валя неделю назад умер. Он бросил любимую, чтобы она научилась жить без него. Зачем ты ушел? Драма на Юргене.